Астана или уже теперь Нур-Султан? Приветствую вас, мой зритель. Особый привет моим подписчикам. Большое спасибо, что смотрите, комментируете и ставите лайки. И даже дизлайки. Даже за них спасибо, друзья мои. Итак, сегодня Касым-Жомарт Токаев, временно исполняющий обязанности президента Республики Казахстан, выступил с несколькими предложениями. Ну, особо большую, так скажем, шумиху в соцсетях подняло предложение о переименовании столицы нашей республики, город Астана, в Нур-Султан. Я выражу свое мнение, друзья. Я к этому отношусь как-то непонятно. Вот, знаете, вот как-то вот стало попахивать Северной Кореей, честно скажу, знаете, друзья. Бурные аплодисменты под любое предложение т.д. и т.п. С большим уважением отношусь к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Его труд, который он проделал в течение практически этих 30 лет, неоценим. Я об этом говорил уже в одном из прошлых своих выпусков. Также скажу, что, по-моему, в Tengri News уже была новость об этом, точно не уверен, что сам Нурсултан Абишевич Назарбаев против такого переименования. Но, друзья, одно дело, когда об этом говорим мы с вами, единомышленники, те, кто этим интересуется, те, кто, допустим, посвящает свою жизнь, какую-то часть своей жизни политике, социальным проблемам Казахстана. Другое дело обычные граждане, те вот обычные люди. И я по совету Бахытжана Копаева вышел на улицу, чтобы провести небольшой опрос среди гостей и жителей южной столицы Республики Казахстан, город Алматы. И вот вам, пожалуйста, результат. Все внимание на экран. Вы наверняка знаете, что сейчас временно исполняющий обязанности президента Республики Казахстан господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня он официально вступил в свою должность и выступил с предложением переименовать город Астана в город Нур-Султан. Ваше мнение по этому вопросу? Я очень против, конечно против. Астана — это город Зеленоград. Ну, как увековечить имя, то да, я согласна. Но с чисто экономической точки зрения, мне кажется, это большие просто затраты, ненужные гражданских налогов. Вот и все. Спасибо вам большое. Я думаю, правильно, Энда? Типа, тонгаш президент койл, а калсын деп, аты сақтасын деп. Ага, сіз не айтасыз? Енді ол қайтып келеді ғой, сондықтан келісе береміз. Я против. Это же сколько денег уйдет на вот это, на всякие мероприятия, это миллионы, даже можно много денег. Я думаю, эти деньги лучше передать, ну, на социально уязвимые слои населения. Это, я не знаю, это маразм, честно. Не знаю, я вам утешу, мне как-то без разницы, если честно. То есть вам разницы нету? Да, честно, все равно. Все равно? Все равно. Все, спасибо большое. Зачем? Нету. Смысл какой? Это весело. Это весело. Спасибо. Ну, неплохо бы было бы. Спасибо большое. Правильно. Должен его, чтобы запомнить Нур-Султан. Наверное, так. А какая разница, это переименование? Нет. Вы против? Против. Спасибо большое. Ой, я верю, Нур-Султан, деп. Ода тұрған не бар. Рахмет сізге. Негізі, не ғой? Өзіміздің бірінші президентіміз ғой. Аты қала берсін. Қалған дұрыс емес. Назарбаева, я люблю его. Хороший мужик, хороший дядька. Вы за, чтобы переименовали Астану? Да. Спасибо большое. Оно будет звучать на весь мир, что остался Назарбаев в памяти. Наш президент. Спасибо. Ну что ж, подведем сухую статистику по этому опросу, друзья. За переименование города Астана в город Нур-Султан выразили желание 6 человек. Против — четверо. Ну а тех, кто посчитал это смешным и кому это было без разницы и т.д. и т.п., я их посчитал как воздержавшимися. Их оказалось тоже 4. То есть за 6, против 4 и воздержавшихся 4. Всего было опрошено 14 человек. Хочу сразу же выразить им большую благодарность. Наши мужчины, к сожалению, в большинстве своем оказались
трусливее, чем женщины. Девчонки и женщины прям с удовольствием давали интервью. Ну, это, наверное, особенности нашего восточного менталитета. Жду ваших комментариев, друзья. Согласны ли вы переименовать Астану в Нур-Султан? Давайте пообщаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассаламу алейкум. Аривидарчи.